Разминочки. Встаем, начинаем с разминочки. Отбрасываем к себе. Раз, два, три. Алена, не держаться. Хореографія і акробатика тричі на тиждень. В умовах карантину у Влади Іванеси Гнатушенко заняття проходять онлайн. Дівчата у танцях з 3 років. Додатково у Влади художня гімнастика, у Ванеси тхе-квондо. Тобто майже щодня вдома тренування. Підняли бідро і розкрили ножку. Розкрили ножку, стоїмо, стоїмо, держусь. Стопа натянулась. Фігуля колена, черноуз. Забрали. Танцы, скорее всего, потому что это очень красивый, элегантный вид спорта. Если ты чувствуешь танец, танец получается настолько хорошо, что если это медленный танец, зрители могут заплакать. Это же просто мы, бывает, на улице идем и просто танцуем, и на нас, ну... И людям это поднимает настроение. Да, поднимает настроение, то есть... Это просто действительно красиво, если ты умеешь это красиво делать. Вот это все, вот это вот, это Ванессины медали, то есть из танцев, из тхе-квондо, то есть все ее медали, которые есть. Из гимнастики. Из гимнастики. Вот это все мои, это там танцы и гимнастика, но самое любимое это вот, это я была в Эстонии, 3-е место, чемпионат Украины у нас был по художественной гимнастике, 3-е место. И я была вот в Люксембурге в ноябре, 3 первых места выиграла. Дівчата разом займаються у танцювальній студії «Анастасія». Колектив переважно жіночий, виконує естрадні танці. Його наймолодшим учасницям усього 3 роки. Колектив подобається дуже сильно. Він, якщо, наприклад, якщо щось не вийшло, він завжди підтримує. Хореограф може сказати: «Ай-яй-яй, неправильно». До тренувань іноді долучається і молодший братик Валентин. Йому подобається хіп-хоп. У нього з дитинства чувство музики. І, да, от як у Влади. Як у мене. І він, виходить, з дитинства просто включав музику і просто становився посеред зала, садив всіх і танцював. До того ж, на карантині Влада почала вчити танцю і маму Яну. Та зізнається, мріяла про це з дитинства. Дуже приємно бачити, коли чоловік, якого ти навчив, радується тому, що у нього почав виходити. Складно маму навчати. Да. Маму складно, потому что у мамы теряются руки, ноги, мама не может это так чувствовать, как они, потому что я пропустила часть жизни, которую я не могла танцевать. Мне говорят, что я вроде бы неплохо тренирую, я могла быть хорошим тренером, но я еще не знаю. Ну, еще боится, не уверена в своей силе. Я не уверена, да. Я бы вообще хотела, чтобы мы там свою, может, школу, студию открыли, ну, это если получится в жизни так, то есть, в принципе, у меня 2 хореографа в дальнейшем есть, можно свою школу уже создавать. Наприкінці квітня Влада і Ванеса разом з колективом мали вперше летіти за кордон на міжнародний фестиваль у Туреччину. Через пандемію захід перенесли. Дівчата кажуть, заняття вдома не надто ефективні, адже у маленькому просторі неможливо відпрацювати окремі акробатичні елементи. Проте розслаблятися і опускати руки Влада і Ванеса не збираються, чого бажають і тим, хто тільки починає свою історію танцю. К нам приходять дітки, які вже в такому возрасті, і коли вони бачать рівень детей, да, вот таких, они теряются. Они начинают расстраиваться, плакать, они бросают. Зачем? Вот я все. Тоже плакала, когда, ну, если у некоторых там получалось, у меня, например, нет. Ну, я, конечно, не разрыдалась, но я чувствовала, что я это смогу, и мне надо попробовать это. Да, просто надо действительно стремиться и никогда не пускать руки. Всегда можно добиться всего, даже если не сейчас, то через день, через два, если постоянно повторяйте что-то делать, то всегда получится. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.